Всем членам общины. Пниэль, также всем гостям нашей нахну общины. Отхем, мы рады видеть вас всех. Мы приглашаем вас открыть свои сердца пред Господом. В нашей жизни очень важно постичь характер Христа, нашего Господа. Мы проходим тяжелые времена. В жизни общины есть разные времена. Также в нашей личной жизни могут быть разные времена. Но если мы надеемся на Господа и знаем Его, то мы знаем, что Он не меняется. И Его характер — это тот же характер. Иисус, Он — любовь. Он, Иисус, ищет, как поднимать. Он ищет, как подкрепить и как наставлять нас дальше. Потому что Иисус умер на кресте для того, чтобы мы пришли в небеса. Он желает этого. И Он хочет укрепить нас на те ситуации, которые мы будем проходить. Давайте откроем свои сердца сегодня пред Господом.
Мы сейчас будем петь Господу. Мы будем слышать Слово Божие, которое Господь приготовил для нас. Давайте попросим благословения Божьего на это собрание. Давайте встанем пред Господом. Отец Небесный, Святой Отец Небесный, мы сегодня стоим пред Твоим лицом, Иисус, и мы благодарим Тебя за все, что есть в наших жизнях, Господи. Спасибо за Твою крепкую руку, Иисус. Спасибо, Иисус, что Ты заплатил цену за нас, и Ты нас взял от мира этого, для того, чтобы построить из нас особый народ, верующий народ, народ, который идет за Тобой, народ, жаждущий слышать голос Твой. Господь Иисус, мы провозглашаем сегодня, что Ты наш Господь. Ты наш добрый пастырь. И мы хотим идти за Тобой, Иисус. И мы просим, Господь Иисус, возьми нас в то доброе место, которое Ты приготовил для нас. Направь нас, наставь нас. Наполни наше сердце, Господь, Своим Духом. И говори к нам через Слово Твое. Мы просим Тебя, Иисус, наполни это собрание Твоим присутствием, Твоей жизнью. Дай нам открытое сердце. Мы просим, благослови группу прославления сегодня. Благослови того, кто будет делиться Словом Твоим. И, Господь, дай нам открытое сердце стоять пред Тобой, быть с открытым ухом, слышать то, что Ты приготовил для нас. И мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Шаббат шалом, ахим ве ахайот. Мирной субботы, дорогие братья. Тов ле одот ле Адонай аль коль ма шу аса бахаим шелану, аль коль ма шу осе хайом ве коль ма ши ясе баатид. Аилуим шелану у эл хай. У натан лану тиква. Ве еш ло лев анак шоэв эт кулану. Боу накум би яхад ве неалел эт шмо, неалел эт мелех амлахим, Адон Адоним. טוב להודות לאדוני.
לפני שנולדנו. תודה, אדון. אתה נאמן, אדון. בכל המצבים אתה נאמן בכל החיים שלנו. תודה לך שאתה שומר עלינו.
כל דבר שעשה אוהב אותך אדון כי אהבת אותי ראשון בכל דבר שעשה אוהב אותך אדון כי אהבת אותי ראשון Oh.
Аллилуйя, Святой Отец Небесный, Ты наш Бог, и нет другого, кроме Тебя. И Ты един, Отец Иисус и Дух Святой. И мы открываем наши сердца. И мы хотим быть одним в Тебе. Господь, прощающий, попроси прощения, подчинись, подчиняться и быть одним в Тебе. Мы провозглашаем Твою победу, Иисус, над общиной. И мы провозглашаем, что Ты строишь Твою общину и благословляешь, и мы отдаем Тебе полную власть, и врата ада не одолеют Твою Церковь. Дух Святой, Дух Бога Живого, приходи и наполни это место, сердца, мысли. Мы благодарим Тебя, что Ты Дух мира. И молимся, чтобы Ты наполнял нас мудростью Своей. Иисус, это Твоя община, Твоя Церковь. Ты глава. Да будет воля Твоя. Прославь имя Твое. Спасибо Тебе, Господь, что и в Тебе есть исцеление. И надежда, и победа. Мы молимся, Отец Небесный, чтобы Твой свет был в нас, чтобы мы могли быть Твоим светом и солью для народа Израиля. И прибавь спасающихся. Ты видишь сердца Твоего народа, те, которые голодны и жаждут, те, которые ищут. Приводи их, Господь Святой. Помоги нам встретить их, благовествовать им и любить их. Приводить их к Тебе и радовать все небеса, потому что Ты, Иисус, отдал Себя для спасения всех нас. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. Мирной субботы, добро пожаловать всем во имя Иисуса Господа нашего. Спасибо Господу, что мы можем встретиться без масок. И спасибо Господу, который помог нам пройти эти непростые времена. Вчера здесь была группа с Германии. И они были наполнены благодарностью и радостью. Почему? И они рассказывали, что они здесь были перед короной, как группа туристов. И одна из женщин, которая была в этой группе, с ней что-то случилось, и она попала в больницу Пурия. И группа дальше продолжила дальше ехать, и она осталась одна в больнице. Она не знала язык. И две сестры с церкви, они где-то услышали об этом, может, даже по радио это услышали. Они как-то об этом узнали и сразу же пошли ее проведать в больнице. И она была в больнице 12 дней. И эта женщина рассказывала, что они навещали ее каждый день.
היא אומרת שזו הייתה כל כך הרבה אהבה, היא לא קיבלה בחיים שלה. И эта женщина сказала, она никогда в жизни не получала такое количество любви. И эта группа туристов рассказали, что она каждый раз, эта женщина рассказывает это свидетельство со слезами на глазах. И они рассказали, что эта женщина, она сирота. И когда она выросла, она вышла замуж. У нее родились двое мальчиков. И ее муж умер. И оба сына ее умерли. И она осталась совсем одна. И это время, что она была здесь, в больнице, это для нее было очень благословенное время, и это коснулось ее сердца. И он, этот, они просили, эта группа просила, чтобы я рассказал это свидетельство. Эту женщину звали Эльга. И я не знаю, кто эти две женщины, которые, две сестры, которые проведывали ее. Сейчас мы помолимся за детей и учителей, чтобы Господь благословил вас. Любим вас. Отец Небесный, Святой, мы благодарим Тебя за каждого из детей, которых Ты нам дал. Господь, мы приносим их пред Твое трон перед Твой трон благодати. И просим, чтобы сегодня Ты строил в их сердцах Царство Божие. Благослови учителей. Положи Твое помазание на них. Говори через них к детям. И также, Господь, мы молимся за нашего брата Шимона, Амит, чтобы Твое помазание было на них, и также на Мордыхая, и на всех переводчиков, и на наши уши, чтобы было помазание, чтобы слышать Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Дети, пожалуйста, выходите.
Спасибо большое, Даниэль. Это большое благословение быть с вами сегодня. Это первый раз я здесь, в Пниэль, в последние 25 лет. Я когда-то был учителем в школе от Пниэля, работал вместе с Бениамином. И с тех пор прошло много времени, и я... И, может быть, даже тогда община встречалась в другом месте. Я из Иерусалима. С общиной из Иерусалима. У вас также передаю вам привет от нашей общины. Название сегодняшней проповеди. Суета-сует. В нашей общине, я хочу сказать кое-что о переводе, в нашей общине нет перевода, это второй или третий раз, когда я говорю вместе с переводчиком, и мне это немножко сложно. И если я говорю слишком быстро, просто останавливайте меня. Если я делаю какие-то ошибки, я могу обвинить в этом Мордехая. Суета-сует — это из книги притч, из книги Екклесиаста. Эта книга отличается от других книг, которые мы обычно читаем. И есть люди, которые называют это философической книгой. Я думаю, что в этой книге есть очень глубокое духовное послание. И я хочу, чтобы мы какую-то часть из этого сегодня поговорили об этом. Но перед этим я хочу поговорить с вами о очень особенной стране, идеальной стране. Стране, которая находится здесь, на земле. Это страна, в которой есть только все хорошее и доброе. Там только есть приятные вещи и радость, и наслаждение. И вы увидите там только улыбающихся людей. Вы увидите там музыку и танцы. Там будет много красивых вещей, идеальные дворцы, дома, улицы. И то, что особенно в этой стране, вы увидите там только совершенных людей. Неважно, сколько им лет, у них нет морщин. У них нет болезней. И я вам больше всего открою, они даже не умирают. Там есть вечная жизнь в этой стране.
זאת ארץ שנמצאת כאן עלי אדמות. И это страна, которая находится здесь на земле. עכשיו אני לא רוצה להחזיק אתכם במתח. Но я не хочу держать вас в напряжении, и в эту страну зовут Диснейленд. This is Disneyland. אפשר להעביר שקף? כן. אני קיבלתי שלט. לאן אני מכוון את זה? אמרתי לכם שזה היה מתרגמים. אתם שולטים? זה מעבר לטווח. אז אני אגיד לכם ואתם פשוט תעבירו. כן, אפשר להעביר לה. אוקיי. לא משנה, היו לי כמה... בינתיים כמה תמונות שמה של דיסנילנד. У меня были просто несколько фотографий в презентации Disneyland. У нас не получилось перевести. В Диснейленде есть только наслаждение. Там есть американские горки. Есть ספינות пиратים. Там есть разные пиратские корабли. Есть рак симха. Там только радость. Атем тиру, что Микки Маус рак мехаех. Вы увидите, что Микки Маус только улыбается. Ватем тиру, что акол яфе. Есть там тафора мехагадот. Там есть очень красивые декорации. Сказочные декорации. Я сказал вам, что там есть вечная жизнь, правда? Вы знаете, что Микки Маус никогда не умирает. Я хочу спросить вас, если я кого-то из вас убедил об этой удивительной стране. Я хочу спросить вас, если я кого-то из вас убедил об этой удивительной стране. И я советую вам не поднимать руку, если я вас убедил. И я думаю, что многие из нас с этим не согласились, потому что мы взрослые люди. Но если вы расскажете про эту страну трехлетнему ребенку, אני בטוח ב-100% שהוא קונה. Я уверен на 100%, что он купится на это. ההבנה של ילדים קטנים היא לא מספיק מפותחת כדי להבין את המציאות, להבדיל בין המציאות לבין הדמיון. Понимание ребенка не настолько развито, чтобы определить истину от реальность от нереальности. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לשקף הבא. כן, אוקיי, עכשיו זה עובד, יופי. אתם יכולים לראות כאן, אספתי בשבילכם חלקים מהתפאורה שבדיסנילנד. Я поставил здесь фотографии части из декораций диснейлендовских декораций. אתם יכולים לראות כאן היפופוטם. Вы можете увидеть здесь бегемота, который находится в. אתם יכולים לראות את האיש שעומד מאחורי התחפושת. В пруду вы можете увидеть человека, который находится внутри костюма. Он не сильно улыбается. Что мы еще можем увидеть? И вы можете увидеть, что иногда происходят разные несчастные случаи в Диснейленде. Здесь была авария на американских горках, и также голова этого ослика отпала. Вы поняли мою идею? Я потом вернусь к этому еще раз, к этим фотографиям, к этой картине. Ну, давайте сейчас поговорим о Екклесиасте, о книге Екклесиаста. Технология. קהלת, יופי, עבר, כן. אני רוצה לשאול, קודם כל, מי זה קהלת? прежде всего хочу вас спросить, кто это Екклесиаст? אז אנחנו מסתכלים, אפשר להעביר. при проповедниках. שקף הבא, 7. השם הזה קהלת הוא לא כל כך ברור. это название Екклесиаст, оно не сильно понятно. בפרק א', פסוק אחד, מספר לנו. первой главе, первом стихе, он нам рассказывает. דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. ובפרק א', 16 כתוב. и в первой главе, 16 стихе написано. הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים.
Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. Итак, первый стих говорит о том, что он был сын Давида. И 16 стих говорил, что он самый мудрый. И в 7 стихе также написано, во 2 главе 7 стихе написано, у меня было больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. То есть это был очень богатый человек. И все это определяет, что это Соломон, царь Соломон. О чем говорится в книге Екклесиаста? Сефер Кохелет мисапер лану бейкар аль хипусим. И эта книга нам рассказывает в основном о поиске. Кохелет хипес это утопия. Екклесиаст искал утопию, или проповедник искал утопические идеи. Он искал совершенство. И он искал во всем этом совершенную страну, где все совершенно. Идиллию. Какие вещи он искал для себя? И прежде всего он искал праведность. Он искал пользу, чтобы работа приносила радость и пользу. Он также искал удовлетворение, чтобы работа приносила ему наслаждение, успокоение, чтобы он наслаждался от того, что он от плодов своей работы. הדבר האחרון שכתבתי שמוהלת קהלת חיפש זה מורשת. И также он искал продолжение. קהלת רצה שיזכרו את האיש החכם והצדיק. Он искал продолжение, наследие. Он хотел, чтобы помнили праведного, мудрого человека. כל מה שהיה לו בחזון הזה שלו. И он השקיע את הזמן שלו, את הממון שלו. И он все положил для того, чтобы добиться этой цели, свои деньги, власть, все, что было в его руках, для того, чтобы у него было наследие. Но, к сожалению, все, что он нашел, это была суета-сует. И томление духом. В 1 главе Екклесиаста 14 стихе написано: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Екклесиаст нашел мир, в котором не было праведности, в котором нет было смысла. Справедливости не было. Слово «суета» написано 33 раза в этой книге. И слово, это слово обозначает что-то, в чем, в том, в чем нет смысла. И томление духа — это в том, в чем нет, нет смысла. Это что-то, в чем
Нет смысла в это продолжать делать, это томление духа. Вы знаете, что никто, вы все знаете, что дух невозможно поймать. В этом нет смысла. И где Екклесиаст искал? הביטוי תחת השמש מופיע 27 פעמים בתוך ספר קהלת. פרזה, под солнцем. הביטוי תחת השמיים מופיע 3 פעמים בתוך ספר קהלת. אלה ביטויים שחוזרים על עצמם בתוך הספר. Это возвращается все время в этой книге. נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו צריכים לשים לב. Я думаю, что это очень важная точка, на которую мы должны обратить внимание. קהלת חיפש כאן עלי אדמות. Екклесиаст искал это здесь, на земле. Он искал это под солнцем, а не на небесах. То есть под небом, а не на небе. Он искал эти ответы здесь, на земле. И поэтому, когда мы делаем выводы из всего того, что мы читаем, мы должны понять, мы понимаем, что мы пожнем, когда мы посеем в этом мире. Я сказал перед этим, что Екклесиаст сделал все. Что он именно сделал для того, чтобы достичь свои утопические цели? И я скажу, что он не перед чем, вам сказал перед этим, что он ни перед чем не останавливался, использовал все свои ресурсы. Прежде всего, он в мудрости искал. קהלת א', 12-15. Первая глава с 12 по 15 стих. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. Я Екклесиаст был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие. Дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все, суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. What is crooked cannot be straightened, and what is lacking cannot be counted. Shlomo hirba bechokhma. Solomon not only was wise, but increased. Соломон углублялся в мудрость. ועל ידי כך הוא קיווה שלידי ריבוי חוכמה הוא יוכל להגיע לסוג של מיצוי עצמי. И он думал, что если он умножит свою мудрость, он сможет полностью הוא קיווה שככה הוא יוכל למצוא את המשמעות ואת התכלית לחיים. Найти смысл своей жизни. И свое и найдет себя. Это очень похоже на какое-то философическое учение в Греции. Когда Павел был в Греции в Атуне, это история, которая написана в Деяниях в 7 главе. Он встретил там несколько греческих философов. И они пригласили его в Ареопаг, на горе. היו שמה אנשים מהאסכולה הסטואית והאסכולה האפיקורסית או האפיקוראית. И там были люди с разных философических учений. הסטואים האמינו ששמחה וסיפוק יבואו רק דרך החוכמה והרציונל. И одни говорили, что польза и удовлетворение придут только через мудрость. שרק כך יבוא צדק חברתי וחופש אמיתי. И только так придет праведность и... אז כמו שאמרתי, זאת חשיבה שמאוד דומה לפחות באספקט הזה לחשיבה הסטואית. И так думал также и Соломон, когда он хотел научиться мудрости, углубиться в мудрость.
Шломо о Кохелет эт кол хохма шу кибел. Спрашивается вопрос, откуда Соломон получил всю эту мудрость? Ачувай камован беэлохим. И ответ это мудрость была от Бога. И всякая мудрость дана от Бога. И есть также мудрость этого мира, которая не от Бога. Но Экклесиаст получил свою мудрость от Бога, потому что он попросил эту мудрость у Бога. Вы полностью помните в начале пути, своего пути, когда он стал царем, он попросил мудрости, а не богатства. И Бог дал ему и то, и другое. Соломон был настолько мудрый, что начали приезжать к нему люди в Иерусалим. Люди приезжали со всего мира, чтобы послушать его мудрости. И было написано, что Соломон был самым мудрым со своего поколения, всех тех, кто было до него. Мы помним царицу Саавскую, которая приехала послушать мудрости Соломона. Соломон был как идол в свое время, как чудесный человек, необычный человек. И Соломон, он нашел, что да, есть какие-то... преимущества в мудрости. Например, оно дает преимущество, когда во время войны, когда человек мудрый. И даже если твой противник, он более сильный, но с мудростью можно победить его. Мудрость также может дать хитрость. אבל הוא יכול בעזרת החוכמה להצליח לברוח מהחיילים שנוצרים על ה... Человек может находиться, быть в каком-то тяжелом положении, но с помощью мудрости он может с этого положения выйти. שחוכמה יכולה לעזור לנו להיות יעילים בעבודה שלנו. Также мудрость может помочь быть эффективным в своей работе. Например, лучше работать с топором, который более острый, чем с топором, который тупой, затупленный. Есть преимущество быть мудрым. Но также Экклесиаст нашел, что есть много недостатков быть мудрым. Мудрость добавляет боль и разочарование. Чем больше мы познаем этот мир, мы становимся более разочарованными и грустными. Знание, оно также... Знание, оно приближает к тому, что мы видим и недостатки этого мира, и боль этого мира. И также большой недостаток мудрости. Мудрый человек умирает, и про него забывают. Вторая глава Экклесиаста, 17 по 15 стих. «Ваамарти они белиби, кемикре хаксил, гам они якрени». И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого, чему же я сделался очень мудрым. И сказал я в сердце моем, что это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупыми. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. אתם יודעים שגם היום אומרים לנו הרבה
Даже сегодня нам много говорят, что знание и наука, они решат проблемы человечества. Что нужно снова изучить тему это справедливости. Мы все время бежим за тем, за болезнями этого человечества, ищем выходы всех этих проблем. И сегодня так же, как и в Греции, мы думаем, что социальная справедливость или политическая справедливость придет от мудрости, но это не то, что говорит нам Слово Божье, что оттуда придет выход и решение. Слово Божье говорит, что есть большая проблема в сердце человека. И эта проблема называется грехом. И решение для греха — это благовестие. И что с нами? Я хочу спросить про нас на этом этапе. Я хочу, чтобы проверили отношение каждого из нас к мудрости. Прежде всего, в общем, к мудрости. А второе, о мудрости, теологической мудрости. И первое, это общее знание и мудрость всего мира. И второе, о мудрости и знании из Слова Божьего. Павел пишет в Коринфянам, 1 глава. הוא כותב שם, ואני קצת תלשתי את הפסוק הזה, קראתי אותו לשתיים, ולקחתי את החלק השני. כתוב, דעת מביאה לידי גאווה, אך האהבה בונה. קורינתים 8, 1 סטיך. 1 קורינתים 8 גלבה, 1 סטיך. השאלה שלי, בשביל כל אחד מאיתנו בוקר, זה знание надмевает, а любовь назидает. Мы должны понимать, вокруг чего моя жизнь крутится. אתם יודעים שהעולם מסתובב סביב ציר קבוע. Вы знаете, что весь мир, он крутится вокруг своей оси, постоянной оси. והסיבוב הזה נותן לו את החיים שלו. И эта ось, она дает жизнь этому миру. Потом, земному шару, потому что так земной шар, весь он будет освещен солнцем. שני צירים שסביבם החיים שלי יכולים Из этого стиха у нас могут быть две оси, вокруг которой наша жизнь крутится. На что мы делаем ударение? Если это ось — это знание, то прежде всего карьера и учеба — это все, это будет на первом месте. Но если моя жизнь, она вокруг любви, то для меня знание — это не цель, но с помощью этого я иду к своей цели. И каждый из нас должен проверить, вокруг какой оси наша жизнь вращается. И второе, что я хочу поговорить, это теологическое знание. Или в кавычках знание Слова Божьего. Я хочу вам сказать, что прежде всего, что знание Слова Божьего и знание Бога — это хорошие вещи. Ромим Юд, пасук 2. Римлянам, 10 глава, 2 стих. Шаул омер шама, ше ам Исраэль канай, авал у канай бли даат. Павел говорит, что здесь...
народ Божий, он ревнует по Богу, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. На иврите здесь знание, а не рассуждение. Нидму ами мибли хадаат. Исайя, 4 глава, 6 стих. Итак, мы не будем отодвигать знания. Народ Израиль, он забыл заповеди Божьи, так что Бог сказал, я забуду, Бог ответил народу Израиля, он сказал, я забуду твоих сынов, как ты забыл заповеди мои. И все отцы сейчас должны проверить свое сердце на этом этапе. כאן היא נמשלת לאהבה שלנו, או ההמשכיות שלה זה האהבה שלנו, של אלוהים לילדים שלנו. Если продолжение любви нашего сердца к Богу, оно идет также продолжение любви к нашим сынам. Давайте не будем забывать знание Бога и пути Божьи, иначе наши дети будут потеряны для Бога. אבל מנגד, דבר אלוהים גם כן מזהיר אותנו שישנה תיאולוגיה שהיא חלולה ומכנית. Но с другой стороны, слово Божье также предупреждает нас, что есть знание Бога, которое оно пустое и механическое. אז זה בישעיה כ"ט, שקף הבא. פסוקים 13-14. Исайя 29 глава с 13 по 14 стих. И это те стихи, в которых Иисус использовал против фарисеев. И против глав его времена. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Здесь мы можем увидеть разницу между тем, что они говорят, и то, что у них в сердце. היראה שלהם למעשה כתוב שזה מצוות אנשים מלומדה. И то, что они занимаются, они подчиняются человеческим заповедям, а не Божьим. И именно эти люди, они были слепы во времена Иисуса. И Бог тот, как положил эту ослепленность на глаза их. Здесь написано, так что мудрость мудрецов его погибнет. И есть теологические учения, которые вроде бы кажутся живыми, но сердца людей, изучающих это, далеко от Бога. מה הייתה המסקנה של קהלת אחרי שהוא בחן את החוכמה? Какой вывод был Екклесиаста после того, как он проверил мудрость? לאורך, לרוחב, לגובה. На глубину, на ширину, на долготу. אפשר להעביר שקף? כתוב בפרק א' 17. אתם זוכרים מה שאני חושב קראתי את זה מקודם. כתוב, ואתנה ליבי לדעת חוכמה, ודעת, הוללות וסיכלות. Глава 1, 17 стих. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Мудрость может принести нам много вещей в этом мире. Но она не даст нам никогда вечной жизни.
אנחנו יודעים שרק באמונה בישוע המשיח אנחנו יכולים לקבל את החיים הנצחיים האלה. И мы знаем, что только через веру в Иисуса Христа мы можем получить вечную жизнь. И написано, что иногда Бог выбирает немощных этого мира, не мудрых. И вторую вещь, которую Екклесиаст изучил, в глубине — это богатство и удовольствие. Он изучил это до глубины. Шекеф 16. Ктув. Бекохелет бет 4 до 11. Екклесиаста, 2 глава, с 14 по 11 стих. Ктув. Игдальти маасай, банити ли батим, натати ли крамим, асити ли... Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произрошающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чтобы глаза мои не пожелали, я не отказывал им и не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Не было ничего, чтобы не испробовал Екклесиаст. Все, что видели очи его, и я не чтобы глаза мои не пожелали, я не отказывал им и не возбранял сердцу моему. И были также раньше философические учения, которые тоже придерживались этой мысли. Ничего, ни в чем себе не отказывать. Они говорили, что социальная справедливость придет и только через наслаждение. Он получал много золота каждый год, он настолько был богатым. У него было 666 талантов золота. И вы помните, что когда народ израильский был в пустыне, у них было пол сикля. Для того, чтобы пол сикля золота, и это как где-то как 100 талантов. То есть у него было 666, намного больше. У него был великолепный дворец роскошный. У него был трон царственный. Написано, что во время Соломона серебро не считалось чем-то драгоценным. Из-за того, что было много золота. Было написано, что каждый день из еды ему давали 300 коров. 30 коров, извините. Приносили ему кушать каждый день. И 100 овец. Каждый день. У него было 700 жен и 300 наложниц. И это то, кстати, то, что Бог запрещал, чтобы у царя было много жен.
У царя было много жен. Но в 11 стихе написано: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои». И написано, и когда он все это закончил, когда он пришел к концу, Соломон посмотрел назад на все то, что он себе собрал, на все богатство, на дворцы, на дома, на людей, на все, что у него было. И какой был его вывод? В 11 стихе написано, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Подумайте о том, какая это трагедия. Всю жизнь делать что-то, положить всю эту жизнь на это, потратить на это все время, и прийти в последние минуты жизни и понять, что это ничего не стоит. Потратил все свои усилия. И этот урок, который Келесиаст прошел, научился ему, это был горький урок о том, что нет смысла собирать себе имущество. И также мы должны здесь себя спросить, а что с нами? Вы знаете, что даже во время моей жизни Израиль поменял лицо. Когда я рос, у нас даже не было сладостей. У нас практически не было... Арахисового масла, как бы, сегодня есть 10 видов, я на самом деле не люблю, а мои дети очень любят. И Израиль стал по европейским стандартам довольно богатой страной. Материализм, он со всех сторон, и также он окружает и нас, верующих, и мы должны быть осторожны. Мы должны послушать эти слова Екклесиаста, который предупреждает нас. Это был самый-самый человек в мире, кроме Иисуса, конечно. Всю свою жизнь он инвестировал в пустоту, ни во что. Вопрос, который я хочу задать нам сегодня. Если мир кого-то из нас уговорил, что ему есть что-то дать для нас, мы не должны быть такие, как наивные дети, что им можно рассказать о Диснейленде, и они захотят туда переехать жить. Мы должны быть более умными и более взрослыми, чем дети. Мы должны слушать Иисуса и то, что Он нас учит. От Матфея 6 глава, с 19 по 21 стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если Диснейленд — это тот мир, в котором наши дети хотели бы жить, и для нас, для взрослых, этот мир иногда кажется очень сверкающимся и переливающимся, и мы хотим в нем преуспеть. Но мы должны быть осторожны. Иисус говорит нам в этом отрывке, что этот мир, он как Диснейленд. Написано, когда он придет, то все будет исчезнет, будет истреблено огнем.
будет единственное, что мы возьмем с собой в новый мир. Посмотрите направо-налево, вперед и назад, на ваши семьи, на вашу общину. И это наша возможность. Сюда мы должны инвестировать свои силы. И это, конечно, еще добавить к тому, кто ту награду, которую Бог даст нам. Но самое большое наследие, которое будет у нас, будет Бог, сам Бог. Чтобы мы там не появились во вратах Царства Божьего и не спросили, где моя вилла. Чтобы мы там искали все время лица Божьего. И также, что третье, что много дел Екклесиаст, он много работал. Во второй главе, в 11 стих, вторая глава Екклесиаста, 11 стих написано: «И глянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Прежде чем я хочу что-то сказать, я хочу сказать, это не то, что не послание к ленивым. Это к тем, кто думает, что работа в мире это приведет к успеху и к удовлетворению. Это послание для тех, кто преуспевает в работе, которые взбираются все выше и выше по карьерной лестнице или в армии, неважно где, на работе, в армии. Это те, кто более преданы работе, чем Богу или своей семье. Это я говорю к таким людям, а не тем, кто ленится. В 4 главе Екклесиаста, в 4 стихе написано: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Зависть может быть самым большим толчком для усердной работы на работе. Когда мы думаем, что мы такие успешные работники, Бог смотрит в наше сердце. И Он может увидеть, что мы всего лишь хотим быть лучше, чем другие. И это то, что меня подталкивает. Я самый успешный на работе. Я тот, кто более успешный, и я получаю карьерный рост. И самый опасный мотив в зависти, чтобы, когда мы завидуем для того, чтобы быть успешным на работе, завидуем другим людям, это для того, что мы становимся более преданными работе, чем Господу. Марка, 8 глава. Мато эле тицмах ладам им ярвях эт кол аолам ויפסיד эт нафшо. Что приобретет человек более, если приобретет весь мир, но погубит душу свою? Что случится, если человек потеряет свою жизнь, свою общину? Потеряет Бога? שחס וחלילה לא נתמסר יותר לעבודה מאשר שאנחנו מתמסרים למשפחה ולקהילה ולאדון. Не дай Бог, чтобы мы были более преданными работами, чем общине или дому. יש פה משהו מאוד חכם שקהלת כותב בפרק ב' 13-15. Здесь есть очень что-то мудрое, что Екклесиаст пишет во второй главе. כן, סליחה, ג' 13-14 כתוב. Третья глава с 13 по 14 стих. Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек.
К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Нужно работать, да. Обеспечивать свою семью, и нам есть заповедь делать это. Но мы не должны превращать свою работу в идола. כתוב, תאכל תשתה וראה טוב מכל עמלך. זוהי מתנת אלוהים. Написано, если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, это дар Божий. וחשוב שאנחנו לא נפר את האיזונים האלה. У нас должен быть баланс, и мы не должны этот баланс. עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. И мы не должны этот баланс расстраивать. Написано, к тому нечего прибавлять, от того нечего убавить. И Иисус также нам говорит, давать кесарю кесарева, а Божье — Божье. Я написал здесь два вывода. אז אני רואה שיש לי מספיק זמן, אז אתם תקבלו שני סיכומים היום. Я вы получите, так как у меня достаточно времени, я вам прочитаю оба вывода. И в конце концов, все, что сделал Экклесиаст, все просто растворилось между его пальцев. И он увидел, что этот мир, совершенный мир, это... идеалистическая идиллия, ее не существует. И это Диснейленд — это фикция. Это не настоящий мир. Не работа, не богатство, не мудрость, не наслаждение. Ничто из этого не принесло ему ни удовлетворения, он понял, что в этом мире все суета-сует и томление духа. Но во всей этой книге мудрости, два последних стиха этой книги, они дают нам очень мудрый вывод и правильный вывод. כתוב בקהלת י"ב 13-14. Екклесиаста 12 глава 13-14 стих написано. סוף דבר, זאת המסקנה שלו. Это вывод, который сделал Соломон в конце своей жизни. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиаст нашел выход. Он нашел это в конце. После того, как он был разочарован всем том, что мог дать ему мир, и он оставил свой вывод, для того, чтобы мы могли это прочитать и взять себе свою жизнь. Страх Божий и заповеди Божьи — это все для человека. И нам нечего к этому добавить. Поставьте себя на место Екклесиаста. Он пришел к концу марафона в конце своей жизни. Со всем тем, что он сделал в своей жизни. Для того, чтобы увидеть, что не было смысла в его жизни. И истинный смысл жизни, который он действительно есть в жизни, это то, что он пропустил. Любить Бога и следовать Божьим заповедям. עד סוף הדרך שבה חלקנו צועדים היום. Екклесиаст, он шел по дороге, по той дороге, по которой часть из нас сегодня идем. ואנחנו מתפתים ללכת בדרך הזאת. И если мы не идем по этой дороге, у нас... דרך כזב. דרך של תקוות שווא. У нас есть соблазн идти по этой дороге, по дороге пустоты. И это...
путь, которого, цель которого – наслаждаться этой жизнью. И Экклесиаст прошел по всему этому пути и вернулся к нам, чтобы сказать нам, что нас ждет в конце этой дороги, пустой дороги. Вы знаете, что есть такая легенда, что есть ведро с золотом у подножья радуги. И вы знаете, я никогда не могу добраться до подножия радуги, к радуге, потому что я сколько ни еду, радуга едет с нами. Но Экклесиаст, да, узнал. Вы знаете, в Иерусалиме есть много магазинов для туристов. И многие из них продают вот эту футболку. И там написано, я был там, я все, что я ходил там, я сделал это, и все, что я получил, это только эту некрасивую футболку. Приехал в самое такое желанное место для верующих туристов, в Иерусалим, и вернулся вот с такой футболкой. Это все, что у него было. И у Экклесиаста было еще меньше, чем эта футболка. Суета-сует. Это ничего. Даже футболки у него не было. Если это логично думать, что мы сможем добиться большего, чем то, что смог добиться Соломон. И это урок книги Экклесиаста. У Экклесиаста было намного больше, чем то, что будет когда-то у нас. И он ничего не достиг. Нам нельзя думать о том, что мы можем добиться чего-то больше, чем добился Соломон в своей жизни. Поэтому я думаю, что поэтому Бог положил эту книгу в Слово Божие, чтобы предупредить нас. Прежде чем мы идем на широкую дорогу, ведущую в погибель, Бог поставил знак, предупреждение. Был кто-то перед вами, кто прошел этой дорогой, и это его свидетельство. Прочитайте это свидетельство и послушайтесь его. У него было все, и он не достиг ничего. Послание Иоанна, 1 Иоанна 2:15-17. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, но не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Вы видите, что здесь есть любовь Божья, что мы должны следить заповеди Божьи, сохранять заповеди Божьи. Каждый, кто делает волю Божью, исполняет волю Божью. И мы видим, что это такой же вывод, к которому Экклесиаст пришел в конце жизни. Мы не должны любить этот мир. Мы должны смотреть вперед. Есть хорошая страна перед нами. И я хочу сейчас говорить о втором выводе. Я хочу поговорить об этой утопической стране, которая ожидает нас.
שני קטעי פסוקים טיפה לארוכים, אבל אתם תבינו את זה אחרי שאני אקרא את הפסוקים האלה. Есть. אז קודם כל, אנחנו צריכים, לפני שאני אקרא... Прежде чем я прочитаю следующие стихи, я хочу подчеркнуть, что этот мир очень может отвлечь нас от того мира, который придет. ובשביל זה אני רוצה לקרוא משמות וו, 6 עד 9. И для этого я хочу почитать из Исхода, книга Исход, 6 по 9. Исход, 6 глава, 6 по 9 стих. Мы сейчас עברנו את חג פסח, יציאת מצרים. Мы сейчас... Прошел праздник Песах, выход из Египта. И это то, что написано. לכן, אלוהים שולח את משה לעם ישראל. Бог посылает Моисея к народу израильскому. סליחה, אני כל הזמן חושב שיש תרגום, אבל כן, אני אקרא, אסיים לקרוא, ואחרי זה מרדכי יקרא. לכן, אמור לבני ישראל, אני אדוני, Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского, и выведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие, я Господь. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушались Моисея по малодушию и тяжести работ. I am the Lord your God, who brought you out from under the burdens of the Egyptians, and I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you for a possession. I am the Lord. So Moses spoke thus to the sons of Israel, but they did not listen to Moses on account of their despondency or hard work and cruel bondage. Am Israel היה בארץ של שיעבוד. Народ Израиль был в рабстве, и Бог хотел его освободить от этого рабства. И для того, чтобы дать им надежду, Он хотел им дать весть о новой земле, стране. Но удивительно, что со всей этой надеждой, когда Моисей пришел и сказал это народу, написано, но они не послушали Моисея. И по малодушию и тяжести работ. И это все, оно блокировало им всю ту радостную весть о новой стране. Мы также знаем, что Иисус предупреждал о тех тернях, которые могут, тернях этого мира, которые задушить семена веры. И мы в этой ситуации, мы можем быть очень занятыми в работе, в этом мире, в какой-то ситуации, которая у нас есть в жизни. Мы можем быть занятыми заботами или, с другой стороны, успехом, который у нас есть. ותוך כדי אנחנו שוכחים את הבטחת דבר אלוהים על ארץ טובה יותר שהולכת לבוא. И мы забываем о обетовании вечной жизни и новой земле, которую Бог обетовал нам. אלה מהפסוקים האהובים עליי בברית החדשה. גם כן אחינו הנרי בושה שהיה זקן קהילה אצלנו לשנים, לתקופה של שנים רבות. הוא היה מאוד אוהב לדבר על ירושלים החדשה. כתוב באל העברים י' א' 13-16. בעודם מחזיקים באמונה, מתו כל אלה בלי שהשיגו את הדברים המובטחים, ואולם ראו אותם מרחוק וקידמו אותם בברכה, כשהם מודים כי זרים וגולים הם בארץ. הן המדברים כך מצהירים שהם מבקשים להם ארץ מושב.
Евреям 11, глава 13 по 16 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Диснейленд пытались создать идеальный утопический город. Экклесиаст пытался создать утопию. Иногда мы для себя пытаемся создать какие-то утопические идеи. И в это время мы очень утомлены. Мы все время заняты этим миром. Но мы должны не смотреть на этот мир, а смотреть вперед на обетованную страну, на тот город, который Бог приготавливает для нас. Наш смысл, радость и надежда — это в той стране, в том городе, который придет, а не здесь, в этом мире. Как я и сказал, Бог да нам готовит утопию. Написано, что там не будет никакой боли, что никакого страдания, и всякая слеза будет стерта. Вытерто. И это наш смысл и наша надежда, когда мы здесь, в этом мире. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, что мы можем научаться от успехов и неуспехов тех, кто были перед нами. Спасибо Тебе за обетование, за новой земли, вечной жизни и нового города. Господь, мы хотим смотреть и направлять наши глаза на этот город. Мы хотим фокусироваться на Тебе, Господь, что Ты — наше истинное наследие. Господь, научи нас наслаждаться прежде всего Тобой, каждого из нас. Помоги нам отвести глаза от этого мира, несмотря на все сложности и трудности. Только Твоей силой мы сможем это сделать. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Большое спасибо. Спасибо Господу, который говорит к нам. Давайте возьмем это наше сердце, что мы были также исполнителями слова, а не только слышателями. Чтобы Господь помог каждому из нас сфокусироваться в правильном месте и найти этот баланс. И я знаю, что это очень сложная задача, потому что этот мир очень давит на нас и крадет время с каждого угла. И это сложная задача, но возможная. Чтобы Бог помог нам. Чтобы у нас был правильное предпочтение.
Давайте прославим Господа и поблагодарим Его. Oh,
царь мира. И это наш Отец Небесный, сидящий на небесах, который избрал нас. Дал нам новую жизнь и призывает нас быть сынами Божьими. И мы хотим держаться живой верой, крепко, и продолжать смотреть на Иисуса и идти за Ним. И благодарить Его за милость Его, что Он верен закончить то, что начал в нас, что Он ходатайствует за нас, и что враг не может обвинить нас. Дух Святой может обличить нас, но сатана не может обвинить нас. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твое Слово сегодня. Храни нас, Господь, от разворовывания времени, чтобы наше внимание не было также... Наше внимание не было украдено, и также наши отношения с Тобой не были украдены. Я прошу защиты и милости для всех, кто находится под каким-то давлением на работе, в армии, на учебе находится под напряжением, и под человек, который находится в любом напряжении, храни нас, помоги нам. Мы любим Тебя и жаждем Тебя, и отдаем себя в свои верные руки на эту неделю. Мы благодарим Тебя за страну, которую Ты нам создал. Да, еще один день независимости, который приближается, и мы отдаем Тебе всю славу. И благослови общину на эту новую неделю.
доброго, доброго. 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 И доброй недели всем. Good week for all.